Начинаем наш обзор с записи баскетбольного поединка между калужскими и липецкими студентами, которую опубликовал в «Народных новостях» наш читатель. Хотя студенты Калужского МГТУ и выиграли, эффектную точку во встрече поставили все же липецкие баскетболисты. Их игрок на последней секунде забросил красивый трехочковый с центра площадки. Калужские участники движения «БПАН», которое расшифровывается как «Без посадки нет авто», на днях выложили на Ютубе видео со своей сходки 8 ноября. Особо впечатляет аудиосистема, установленная в машине одного из калужан. Разрушенный двухэтажный кирпичный дом на улице Смоленской на этой неделе снесли и освободили место под новое строительство. Наш корреспондент снял часть этого процесса. Антигероем этой видеонедели стал пес Алабай с улицы Брусничной. После нападения на соседского ретривера, которое сняли на видео камер наблюдения, вызванный на место участковый был вынужден застрелить пса, который на него бросился. А вот еще одного четырехлапого можно смело назвать героем этой недели. Наш читатель выложил в «Народных новостях» запись с регистратора, на котором видно, как собака переходит дорогу, строго соблюдая правила. Смотрим и берем пример. Удачных выходных! Ух ты, какая умница!